لو تسأل واحدا منهم, если ты спросишь одного из них, мама, она ля иля илля, что такое ля иля илля, что это вообще значит? Ля кали ля каля адри, скажет, я не знаю. Она ля матаалям, скажет, я не изучал этого. Фанакулю лаху, идан анта такулю ля иля илля, ва ля ма маанаха, хал хаза илику биль муслим. То есть мы скажем такому человеку, ты говоришь ля иля илля, но не знаешь, что значит ля иля илля. То есть разве это подобает мусульманину, разве подобает мусульманину быть таким образом? То есть та фраза, которая заводит тебя в ислам, ты не знаешь ее значения. Разве оно таким образом должно быть? Такулю каляман ля таарифу маанаху, ва ля тахтамму бихи. То есть ты говоришь какие-то фразы, какие-то слова, какую-то речь, хорошо, но ты не знаешь значения этого, то есть этих слов, хорошо, то есть ты не заботишься об этом. Аутакулю самяту нас я кулю начинает факульту. Или же ты из числа тех, которые говорит, я слышал, как люди говорили что-то, и я сказал то же самое. Митля ма якулю мунафику фил кабр, ида суиля якулю самяту нас я кулю начинает факульту, муджаррад мухака. То есть как это, братья, будут лицемеры говорить в могилах? Лицемеры будут в могилах говорить, когда их спросят, то есть кто твой Господь и так далее и тому подобное, какова твоя религия. Они будут говорить, что я не знаю, я слышал, как люди говорили так-то, так-то, и я сказал то же самое, что и сказали они. То есть просто повторял за ними. Как Аллах Субхану Тааля сказал, وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. То есть пример, братья неверующих, подобно тому, братья, кто кричит. Хорошо, то есть... То есть просто, то есть пример крикуна, братья, хорошо? То есть крикун, братья, который не слышит и не понимает. Тамам, то есть они, братья, глухие, слепые, хорошо? То есть и немые, и они, братья, не разумеют, говорит Аллах Субхану Тааля. Шаббахум Аллаху биль бахами, аллати тасмау саут ар-рай, ва тасмау аль-худаа, ва тамши аля саут ар-рай, ва хия ля тафхаму ана. То есть, братья, сравнивают их с кем, Аллах Субхану Тааля? С, братья, со скотом, которому пастух кричит, то есть скот понимает, что им кричит пастух. Нет, они просто, он крикнул им что-то, и они, братья, и за ним идут. Вот Аллах, Субхану Тааля, братья, сравнивает этих людей подобно им. То есть подобно этому, братья, скоту. В другом аяте говорит, бальхум аллалю сабилин. Более того, говорит, они еще более заблудшие, чем они, говорит, Субхану Тааля. Хорошо? То есть эти просто слышат, как говорится, слышал звон, да не знаю, где он. То есть слышал что-то и пошел туда. Хорошо? Не разбираясь, правда это, неправда. Аллах, Субхану Тааля, это сказал, или же кто? Аллаху мустаан.